Ну вот снова заселилась в такой маленький номер. Конечно, у меня какая-то клаустрофобия, наверное, в этом номере. Я прошлую ночь, когда 5 недель назад я летела через Стамбул и ночевала тоже в таком номере, и я уснула только на 2 часа. Это у меня такой простуженный голос. Так, вот чемоданчик. Вот у меня вот это вот маленькое расстояние почему-то выбешивает. Снова уставшая Ольга Анатольевна. Прошу любить и жаловать. Пойду искать какой-нибудь бутер. Опять так долго идти, там с лифта, катакомбами какими-то шла-шла. Ну, по указателям, по приборам, короче. Ну, все тут как и было. Столики отлаживаются, да? Столики отлаживаются. Столики. Все как и тогда. Я уже делала такой обзор. Полотенчиков куча. Туалетик. Туалетик там, ванна здесь, душек. Все нормально. Главное как-нибудь поспать, потому что потом в дороге, конечно, тяжко, когда не поспишь. Кровать опускается из головы. Она регулируется. Я не помню, я показывала тогда вот тут вот кнопкой. Регулируется. О, еще больше поднимается. Вот она опускается. В общем, как-то так.